тебя в жизни нет. Я не могу найти, сколько ни жми стене, сквозь нее не пройти ни одного пути. Грешной души в зиме без тебя смысла нет. Без тебя жизни нет. Сколько ни жми стене, сквозь нее не пройти. Без тебя жизни нет. Я не могу найти ни одного пути. Грешной души в зиме без тебя смысла нет. Без тебя жизни нет. Жизни нет. Сдается мне теперь это надолго. Переживаю словно переплываю Волгу. Она на шелке, она иголка. Вдребезги мозг осколки сколкого. Она такая, что не хватит слов. Теперь я знаю, как мне повезло. Холодам назло. Будто бы кто-то отодвинул заслон. И как же далеко меня унесло. Танцуют листья на ветру. Я без нее не тру, я без нее умру. Бываю вдруг, но я не вижу никого вокруг. И тем теплее, чем ближе к костру. Гори, гори, моя звезда, да-да. Все неспроста, мне не перестать. Стали листать вместе страницы, лица, места, вереницы стран вместе. Доброе утро, дамы и господа, вернее, добрый день, добрый вечер, вас приветствует компания Автосити и компания и Трансавтолайн. Мы играем на втором сервере. Сейчас в данный момент мы будем выпускать маршруты по 85-й, надеюсь, Дружбанов Витя, второй человек, который выйдет, тоже на лесопилку. Надеюсь, то, что он выйдет, то, что и мы вместе с ним покатаемся. Так что вот такие, да, я вот выбираю автобус, тот, который Элиас 4292, который сделал Антон Испехал. В данный момент он мне очень нравится. И очень благодарность хочу. И очень-очень ему благодарен. Надеюсь, что он в дальнейшем дальше. Выразить ему очень большую благодарность о том, что он сделал. Будет еще делать какие-нибудь автобусы, я надеюсь. И мы начинаем свой. Сейчас мы с вами едем в АТП ставить табличку. Вот люди тоже бывают, он такие наругают, ну вот, если бы мотивация, вот так что, уже не понимаю. Итак, продолжаем, 85-й маршрут. Что я буду над ними сделать? Thank you.
Надеюсь, я правильно поставил табличку. Сейчас мы с вами это проверим. Если что, мы все это исправим, посмотрим. Все правильно. Включаем свет. Как обязанность водителя дневной свет, ты обязан включать свет в салоне. И начинаем свой маршрут со стороны Жуковского. То есть насчет музыки, если вам музыка не нравится, можете не слушать, в принципе, я могу ее, в принципе, отключить, вы напишите, если что, в чате, вот, и я вам тогда это, если что, ее убавлю, потише сделаю. Вот так, господа, мы с вами сейчас едем по 85-му. Если Витя сейчас меня слышит, Витя, выходи на маршрут тоже давай. Смотришь хоть, надеюсь. Так, ребята, и еще раз я вам говорю, мы с вами на второй сервер сегодня зайдем. Зайдем на 579-й. И, ну, где-то около... Ой, вернее, на первую. Короче говоря, мы с вами зайдем на первый сервис, на первый сервис по 579. Зайдем с вами, наверное, покатаемся часов с 6 и до 8:30. А так, в данный момент мы сейчас с вами покатаемся на втором сервере по маршруту 85-й. И 85-й, надеюсь, тоже выйдет на маршрут, который будет следовать полностью до лесопилки, то есть, которая развиваемая скорость 85-й. Остановка АТП Жуковского. Сорок километров в час, то есть я не договорю, да. Неудобно, когда снимаешь ролик и смотреть. Ну, поехали, чё. Я, наверное, скоро буду все номера блокировать, кто звонит. Звонят, блин, всякие, блин. Наверное, сейчас посмотрим, что сейчас выйдет. Так, я не помню, у меня мин, как это, на каком это цифре. Пятерка, так, шестерка, так, шестерка, это у нас 591.
Здравствуйте, молодой человек. Ну, скачала у вас проблема с хостингом. Ну, значит, у вас проблема, знаете, у вас в чем проблема? Наверное, то, что у вас подключен, наверное, блокировка идет этого провинции, поэтому вы не можете войти. То есть я играю вот на антивирусник, то есть. Ну, значит, тут вот где-то в блок у вас внесли. У вас в блок, значит, где-то внесли, понимаете? То, что загвоздка, то, что в любой программе вы просмотрите полностью компьютер свой на полностью, и может быть где-то у вас он там это залежался, и вам надо будет заново это просто-напросто удалить. Я просто на десятке тоже играл, у меня, короче, постоянно в блок водила. Я скачал Windows 7, и вот спокойно играю, хожу, у меня и нормально у меня играется. Хотите, я вам номер техподдержки сейчас скину, вы тогда зайдите и напишите тех. Ну давайте я вам сейчас ссылочку, сейчас до ЖБК доеду, и я вам ссылочку скину, хорошо? Просто он в блок водится, получается, автобус едет до завода ЖБК по маршруту 85. Я вас не услышал, скажите, пожалуйста. Автобус едет до завода ЖБК по маршруту 85. Компания Трансавтолайн. Я вам, короче, если хотите, ссылочку сейчас кину, если вы не можете скачать. Я немножко глуховат, можете написать, пожалуйста. Просто-напросто сильно глуховат. Остановка Макдональдс. Да, это новенький автобусик 4292, Лиаши 4292. Создал его Антон Успехов, благодарность ему за такой автобусик, очень быстро разгоняется. Да, это новенький автобус, серьезно. Антон Успехов, его создатель. Остановка грузовое ТП, остановка. Следующая остановка, таксопарк. Автобус следует до завода ЖБК по маршруту номер 85. Приятной поездки. Вас обслуживает компания Автосити.
Ну, это хорошо, что заработал. Ну, вы сами там посмотрите, он может просто Минда, короче, его заэтовать. Просто в блок заэтовать. И вам надо будет посмотреть все равно, может быть, где-то он потом при обновлении, то есть обновлении, он вас опять может в блок ввести. Так что смотри. Основной кодек сепарк. Следующая основная банк имени Юрия Гагарина. Уважаемые пассажиры, уважаемые друзья, здравствуйте. Вас приветствует компания Автосити и Транс Автолайн ПЭТП первого сервера. В данный момент мы с вами сейчас играем на втором сервере от компании Транс Автолайн, маршрут 85 и 85К. Сейчас, надеюсь, человечек сейчас тоже выйдет на этот маршрут. Банк имени Юрия Гагарина. Следующая остановка троллейбус на депо. Жилой массив. Остановочкой никто не выходит. Марк, слышь, а ты можешь этот купить? Если что, я тебе добавлю денег на автобус. На этот пазик купи и на лесопилку, которую чтоб походил. Троллейбусное депо. Троллейбусное депо. Следующая конечная остановка завод ЖБК. Смотрите, до какой степени сделал Антон успеха автобус. А Фарбани говорит, что это он там какие-то недочеты. Ну, а зачем люди в большом комьюнити делать такие глупости, обзывают людей? Я не понимаю. У меня нагорелось в душе много чего, я могу сказать. Так что вы сами там да, решайте, делайте что-то выводы и слушайте кого-то угодно. Ну, я вам скажу, что этот автобус достоин 12+, даже сотки плюс. Я видел, как Антон Успехов передал вам информацию, когда он делал эти автобусы до конца. Я видел, как он его полностью его делал. Можно было бы Сексилион поставить, я бы поставил Сексилион. Ну-ка, ютуберы вам показывают, ютуберы вам не показывают, ну, какие детали вообще этого автобуса открываются. Вы посмотрите, до какой степени реализован этот автобус, как он открывается. Нажимаем на Alt, открываем впереди двигатель. Пожалуйста, надо задняя часть открыть. Открываем заднюю часть. Здравствуйте.
В автосалоне, где автобусы все продаются. Видите, все как открывается. Можете также открыть верхнюю часть и переднюю часть. Смотрите, что мы делаем с вами. Открываем верхнюю часть капота. Нажимаем на I. И смотрите, вот верхняя часть, да? Оп, оп. И боковые тоже. И нажимаете, все открыто. Смотрите, до какой степени реализованы автобусы. Хотелось бы также бы увидеть это на Икарусах. Да нормально, нормально. Пускай будет синее и голубое у тебя. Как жаль, что нету этого Вити. Марк, езжай, я через 5 минут поеду за тобой, хорошо? Сейчас все позакрываю. Не, езжай, езжай, ты по маршруту это. Можешь, только смотри, допиши это, то, что это компания Трансавтолайн. Какой же красивый этот автобус, а? Кайф вообще. До какой степени он детализован? Ребят, вообще это цибулька. Я вот хочу сейчас второй купить и перекрасить его в другой цвет. Мне надо еще насобирать, короче говоря, 4 миллиона. Вот я буду собирать. В данный момент сейчас я работаю, пытаюсь... Интервал 5 минут, Марк, смотри. Следующая остановка троллейбуса на депо. Ну, надеюсь, что шпазик появится тоже и будет ездить тоже по 85-му К, который у нас на момент пазику разрешен. Я бы пустил бы туда бы еще бы Элиас бы, разрешили бы еще Элиас бы. И вот ЛАЗ, вернее, ЛАЗ 695Н, он тоже, в принципе, по бездорожью ездит. Согласитесь со мной, если не согласитесь, пожалуйста, можете поставить бездлайк или лайк. Это ваше мнение. Ну, мне кажется, вот 695N, то тоже онлайн ездит. Тоже он по бездорожью. Троллейбус на депо. Следующая остановка автошкола, школа, вернее.
Как я помню, раньше вот Трансавтолайн заходил, автобус ездил, они три раза меняли маршрут, и у них три раза он заходил на ЦГБ больницу, если я не ошибаюсь. Если вы не помните, то скажите, пожалуйста, если я не прав. Банк остановку. Следующая таксопарк. Таксопарк. Следующая остановка. Дальнобой. Вот смотрите, даже эти работают, да, стопаки. Оп. Дальнобой остановка, следующая остановка. Макдональдс. Димон сейчас заругается на меня, если неправильно останавливаюсь. Ну я же останавливаюсь на остановке, где есть остановочные комплексы, стараются. И неправильно то, что мы там останавливаться где-то в пуширях. Было бы так, если бы сделали бы на карте новой. Макдональдс, следующая остановка вокзал города Брюза. Марк, можешь отъезжать, Марк. Автобус едет в Жуковский. В Жуковский, ребята. В Жуковский сейчас отправляются.
Через 5 минут будет автобус обратно на сторону, в сторону завода ЖБК. Если вы хотите, можете сесть и доехать до... А? Ну, в обратно, на ту сторону. Перейдите, автобус на ту сторону будет ехать. В обратную сторону, в сторону ЖКПК. Вы сядьте, проедете сейчас. Следующий останок Жуковский АТП. Молодежь тоже такая. Ну, успеваем. Вообще это кайф на автобус. Но то, что Антоху, ну, как немножко подставили, ну, блин, я с разработчиками как-то не согласен. Ребят, вы думаете башко когда-то, что делаете, моделируете какого-либо там, фаните или как, делаете, комьютите для себя. Вы задумаетесь о том, что люди могут покинуть этот проект и полностью, напросто, просто и больше не появиться на этом проекте. Вы задумаетесь об этом. Это ж транспорт все-таки проект, и я бы хотел бы видеть бы этот, то есть то, чтобы каждый человек понимал, что... Что-то было у тебя? Впереди кто-нибудь был? Впереди кто-нибудь был? Лаганул, видел. Я не видел лично. А, я забыл в группу нашу скинуть. Сейчас постоим чуть-чуть.
Сейчас отключу микрофон, а некоторое время мне надо поговорить с человеком и по дискорду, и мы решим с вами тогда, какой будет 85-ка. Марк, короче, с трассы заезжаешь вон туда, где видишь, я стою на остановку, и там становишься. И едешь обратно в город Приволжск, понял? Не с той стороны, не с первого поворота, а со второго поворачиваешь, понял? Ну вот сейчас встань к тому автобусу, давай, я сяду к тебе, и ты меня довезешь до автобуса, идти не кайф. Ну я работаю по этому, во-первых, 2.2 график у меня и.
Самая прибыльная 16 уровня. На том, чтобы заработать денежки, если вы хотите, приходите на этот проект чисто зарабатывать, тогда добро пожаловать на полумощный трамвай. Полумощный трамвай зависит от вас, все будет. Ну, вы можете также получить штрафы. Вы сами смотрите, где вам работать. Следующая остановка. Вокзал Приволжску. Вокзал Приволжску, следующая остановка. Короче, господа, сейчас мы ставим 60 км в час и будем разгоняться. Максимальная скорость 60 км в час. В Приволжске у нас максимальная скорость 60 км в час. Если автобус плетется по трассе, вы не нарушайте правила дорожного движения. Не старайтесь его таранить, не старайтесь в него въехать. Вот видите, дебилоиды, на дальнем бою ездят.
Останови куда-нибудь бой. Следующий атака Соборг. Да, я видел, Марк, мир, видел. Ну, бинты тут. Всем. Витя бы еще бы вышел, бы было бы вообще кайф. Таксопарк следующий основной комбанк имени Гагарина. Следующая остановка. Троллейбус на ДПО. Конечная остановка же завод ЖБК следующий. Вот сейчас на данный момент настройки у меня включены полностью, ну, то, что есть полностью сглаживание на 3+, получается, дым, шин, все это включено сейчас в данный момент. Ну, посмотрим, насколько протянет стрим. Я надеюсь, что его протянет надолго. Ну, я вам еще раз повторяю, мы с вами перейдем на
первый сервер и покатаемся по 597 маршруту Транс Авто Сити. Автолайн у меня. Видите, какой беленький автобус, какой сильный, да? Равновесие. Он даже, по-моему, не белый, да, у него? А, друг, включи это, габариты, пожалуйста. Аварийку вруби. Кайф, да? Ну вообще белый тоже кайф на смотрится. Если все зелененький такой, как липосалат. Вообще штука, а? Марк, ты где?
О, что я говорил, все, микрофон был отключен. Нормально, ход. Ой. Марк, ты езди по маршруту, никакой, блин, и не сворачивай. Если надо человеку допиться, вон, есть экспресс, семерка. Они, в принципе, рядом проезжают. Пускай садятся, посадятся в него, в экспресс. Они ж, где стройка проезжает, и там и заезжают, блин. Пускай он в экспресс и садится. Там они ж проедут чуть-чуть, а ты по маршруту не проедешь, тебя на жалобу допишут. Зачем мне такой пассажир, ну, водитель вообще? У нас есть определенные остановки, которые мы должны соблюдать, и мы должны ездить по маршруту, не сворачивая никуда. Запомни одно. Банка остановка. Запомни, Марк, одно единственное. Запомни одно единственное. Следующая остановка — таксопарк. Запомни одно единственное. Если ты едешь по маршруту, сворачивать никуда не можешь. Если ты, если самый оптимальный вариант, ты едешь в гараж. Понял? Таксопарк, следующая остановка, дальнобой. Не запомни, на втором повороте поворачивай, понял? Домой. Ладно, сейчас я человеку помогу, отключу микрофончик и помогу человеку. Ну, вы смотрите, как я помогаю людям. Суперхиты и горячие премьеры. А
особенная камерная атмосфера и радость встречи после длительного перерыва. Заказ билетов на сайте. Пусть заходит и выходит. Нельзя толкать машину в другую машину. Запрещено это. Макдональдс, следующая остановка. Следующая остановка — вокзал города Березовска. Ну, Егор, заново, я же говорил. Егор. Седьмой маршрут. Здорово. СТП все работает, а то транс. Южный регион, по-моему, если не ошибаюсь. Вот мы едем с вами в Жуковске.
Знаете, господа, вот то, что у меня есть сейчас маршрут, например, 161, мне кажется, он будет нужный. Ну, только надо будет карту поменять, то есть маршрут выяснить. Ну, а так оставить также этот же маршрут и будет 161 на новой карте, я вам уверяю. 100% я уверен в том, что он должен будет проходить. Мне кажется, он будет там проходить, чуть-чуть захватывать шахту. Так что я думаю, что на новой карте, когда выйдет новая карта, я думаю, этот маршрут у нас также останется. И 161 маршрут у нас будет ходить. И постараюсь, чтобы он ходил не ежедневно, и каждый день он был. И маршруткой. Спасибо, господа, кто смотрит и кто ставит лайки. Большое вам спасибо. Очень благодарен тем людям, которые ценят то, что я делаю. Спасибо. Хотя малые темы не могу найти, ну, разговор. Если вы желаете о чем-то поговорить, ну, я вам скажу так. Я мало разговорчивый парень. Я люблю играть много. И могу много что-то рассказать интересного. Ну, теперь я вам расскажу маленькую историю, попозже чуть-чуть, как мы отъедем от маршрута, я вам буду рассказывать историю и буду объявлять остановочки. Я расскажу вам очень интересную об УАЗе 695Н. Samsung, браслет, читающий мысли и iPhone в слитке золота. Время узнать о главных новостях из мира высоких технологий. Компания Apple согласилась устанавливать на iPhone российский софт. Правда, окончательное решение будет за пользователем. Изменения вступят в силу с апреля. При первом включении устройства владельцу предложат программы из списка, утвержденного российскими властями. В перечень вошли Яндекс.Браузер, мессенджер ICQ, сервис госуслуги и другие приложения. А вот Facebook представил браслет, позволяющий печатать без клавиатуры. Надевайте гаджет на запястье и стучите пальцами по столу. Система считывает сигналы, поступающие от мозга к руке, и передает текст на смартфон или компьютер. А вообще у браслета большое будущее. Он станет бонусом к гарнитуре дополненной реальности, которую коллеги Марка Цукерберга выпустят позже в этом году. Аксессуары научатся выполнять самые разные цифровые команды. Тем временем компания Samsung выпустила новые модели бюджетных смартфонов Galaxy A52 и A72. Цены начинаются от 27 тысяч рублей,
Объем памяти до 128 гигабайт, разрешение камеры 64 мегапикселя. В общем, все прилично. Разъем для наушников остался на месте, хотя его угрожали убрать. В прошлом году была популярна другая похожая модель из той же линейки Galaxy A51. И в завершение вернемся к яблочной корпорации. Российский люксовый бренд предложил покупателям 12-й iPhone в слитке золота. Новая модификация получила название Gold Phone. По сути, это килограммовый футляр из золота высшей пробы, а внутри притаилось топовое устройство компании Apple. Продавать все это будут по цене от 10 миллионов рублей. Привет, может без полиции, давай разберемся, 5000 дам и все. Все, расход тогда, да, все можем. Вот сам виноват. Ну как вы относитесь к новому радио, новой музыке, и как вы относитесь к этому всему? Расскажите, пожалуйста. Медали как лаганул. Или вам не слышно музыку, то что играет? Погромче чуть-чуть добавить голос. Просто если я добавлю у меня в наушник, это будет жопа полная.
Макдональдс. Остановка на домой. Следующий таксопарк. Банк имени Юрия Гагарина. Следующий троллейбус на депо.
еще музыки не слышишь? Это синяки на твоем сердце, на твоем сердце, на твоем сердце. Наши чувства далеки от тех, что в детстве мы видели фильм на кассетах с тобой. Космос это синяки на твоем сердце, твоем, на твоем сердце, твоем, на твоем сердце. Я собрал поптически всю их коллекцию, но то, что красиво. Слезы о самой несчастной любви. Глубоко не важно было, что говорят, хотелось утонуть в драме, и чтобы он нашел и спас. Но среди океана звезд всегда был маяк, такой родной голос мамин, набор простых, но нужный фраз. Она говорила, хватит.
тратить это молоко. Ты можешь быть счастливой и будешь обязательно. Главное, не утратить в глазах огонь. Если немного одиноко, если немного одиноко, тебе пусть приведет тебя дорога. Пусть приведет тебя дорога. Жизни вкус кофе на губах, порой не видно в себе той искры, не солнце в облаках. Я так устала слушать все, что мне говорят, хожу как будто кругами, и снова все пошло не так. Но среди океана слез огнями горит такой родной голос мамы, спасительный мой. Сегодня не кстати, на день красивое платье, света молоко. Вот экспресс появилась. Катается, да? Следующая остановка – троллейбусный депо. Марк, ты где? А, увидел, вижу, брат. Ну, господа, я вам предлагаю еще прокатиться по 13-му маршруту компании Пальмамир. Я хочу предоставить вам эту компанию. Ну, они хоть со мной не дружат. Автосити, в принципе, на втором сервере никто не дружит. Но мы сегодня предоставляем 85-й маршрут компании Транс Автолайн, который следует от Жуковского до завода ЖБК. Следующая остановка — школа. Остановка банк.
Ты да сейчас на таксопарк, автобус следует в Жуковке. Таксопарк. Следующая остановка дальний бой. Еще раз спасибо тем, кто поставил лайки и дизлайки, конечно, тоже большое благодарность, что вы хотя бы просматриваете этот канал. Благодарю вас за все. Следующая остановка Макдональдс. Макдональдс, следующая остановка. Конечно, я разобрался не во всем еще. Жуковский, следующая конечная остановка АТЦ. Thank you.
Looking like an angel, but a savage love. When you kiss me, I know you don't care two fucks, but I still want that. Я люблю так музыку ездить, понимаете, тон тут не должен понимать, а я вот люблю так ездить музыку. Почему мне нельзя включить вот обычное радио, чтобы она играла на любом проекте, и я ездил, я катался по маршруту. Почему? У нас автобусики в основном так и ездят. Почему здесь это запрещено, я не понимаю. Это канале. Заблокируют, тогда заблокируют. В городе Москве 16:00. Новое радио. Меня зовут Влад Аганов, привет. Рад, что ты с нами, рад, что ты слышишь меня. И сейчас продолжишь вместе с Крем Содой «Анацай, Нилетто» и «Зиверт». Yeah.
чего печалишься ты? Ведь сейчас пацаны просто так без любви дарят дамам цветы. А если это любовь, чего печалимся мы? Ведь девчонки сейчас без любви признаются мужчинам в любви. Чего мне ваша любовь, а мне и так хорошо. Говорила, умеет любить, но по мне ей учиться еще. Учиться еще. Твоя любовь букет роз, что после выбросят никуда. Кучу слов дежурных. Как жаль, что я тебе принес свою любовь в цветах, что после оказались в урне. Для чего вам любовь? Миг сошлись и разошлись, остались обещания. Полюбить и разлюбить, словно по умолчанию. До того, как ты уйдешь, с тобой я попрощаюсь. Да, я помню о тебе, но даже не скучаю. 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 По тебе, по тебе. А если это любовь? А если это любовь? Чего печалишься ты? Чего печалишься ты? Ведь сейчас пацаны просто так без любви дарят. А это любовь, чего печалимся мы? Чего печалимся мы? И девчонки сейчас без любви признаются мужчинам в любви. Мужчинам в любви. Тоже знал, тоже знал, как нашу любовь погубит. Привет, дорогие друзья, играем на втором сервере Табрамусы по маршруту номер 85. Автовая компания, которая ЭТП предоставила нам этот маршрут. Сегодня мы также зайдем на первый сервер и поиграем на маршруте 597, который идет межгород. Прибоск и остановка Печной вокзал. Если вам нравится такая конфигурация, ставьте лайки. Сделайте ему лучше, чтобы он понял, то, что есть люди, которые существуют, могут сделать добрые дела. Спасибо вам за просмотр шоу, вы смотрите меня. И сейчас пацаны просто так без любви дарят дамам цветы. А если это любовь, чего печалимся мы? И девчонки сейчас без любви признаются мужчинам в любви. Следующая остановка таксопарк. Они же всегда на видео, Марк, появляются, когда... Следующая остановка банк. Автобус следует по 85-му маршруту, Жуковский, ЖТУ. И конечная остановка, завод ЖБК. Уважаемые пассажиры, автобус следует через каждые 5 минут до... по московскому времени до 18:00. Желаем вам приятного просмотра. Астаналық банк имени Юрия Гагарина. Имени Юрия Гагарина.
Следующая остановка троллейбусное депо. Да подожди, еще перестрелка, по-моему, была. Там перестрелка, он там, там оружие что-то доставал этот чувак. Следующая конечная, завод ЖБК. Там перестрелка была, блядь. Это не читеры. Там перестрелка это. Там мафия же это. Надо было заснять просто прям, как это. Мафия, знаешь, солиста это, который тоже снимает, ютубер есть такой солист. Конечная остановка завод ЖБК.
Езжай, езжай, Марк. Говорите, автосити херня, блин. Вот автосити, видите, как работает. Ради вас работает. Сейчас засекем. Через минуту, наверное, две поедем. Как раз он доедет до вокзала. Я думаю, я пока не сяду по делам. Относительно не поездки Little Big'ов на Евровидение 2021. Думаю, что сами ребята не сильно расстраиваются, потому что все дела у них ок. С чем мы их и поздравляем, и будем наблюдать за тем, что будет появляться вскоре. Я имею в виду их видеоклипы и новый альбом. Эльманс Джонни и еще больше суперхитов с суперновинками после рекламы. Реклама. 20 марта. Возьми пульт, включи Муз-ТВ, закрой глаза и окунись в море эйфории весь день. Музыка и ничего, кроме музыки. Все звезды Муз-ТВ и безграничное счастье. Наслаждайте на Муз-ТВ. Клипы без остановки. 20 марта. Весь день. 12. На улицах тает снег, а в Касторама тают цены. Скидки до 80% на товары для дома и дачи. Еще раз напоминаю для слушателей, кто смотрит. Мы играем на центром сервере, ездим по маршруту 85-й, Жуковский, завод ЖБК. Маршрут следует от Жуковского АТП и в сторону завода ЖБК через дальнобой, через таксопарк, через банк, через троллейбусное депо. Желаем вам приятного просмотра. Поехали, следующий звонок от троллейбусного депо.
Остановка троллейбуса, да, по-моему, следующая остановка школа. Следующая остановка банк имени Юрика Грина. Имени Юрия Гагарина. Следующая остановка таксопарк. Следующая остановка таксопарк. Семерочка, видите, метели. Долетался. В своем пазике. Таксопарк. Следующая остановка дальнобой. Остановка дальнобой. Остановка дальнобой. Следующая остановка. Макдональдс. Следующая остановка — вокзал города Приволжск.
скажи, мне моя, если чужим с тобой маяк, стало бы не напрасно найти свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить. Напоминаю, автобус следует в Жуковский. В Жуковский ЖТУ автобус следует, уважаемые пассажиры, будьте внимательны, осторожны, через 5 минут ровно отправляется автобус. Отъехать еще? Куда еще? Вперед? Ну, приедь, пожалуйста, назад. Вперед, вперед или назад. Не, вперед, приедь, вперед. Спасибо. Спасибо. Отъезжаем, ладно, 5 минут не будем ставить, потому что здесь мешаться будем сейчас. Он тоже летунует. Ну, давайте с вами стрим проведем до 17:00 по Москве, да? До 17:00. И после 17:00, 18:00 мы переходим на первый сервер, играем на первую. Чё, Марк, где тебя забрать? Скажи, я на Айкало сейчас приеду. Автобус поставлю. Посмотрим. Окей, стою тут. Делай с этим, а черно-белая кутерьма. Просто пойти написать.
тему зла. Само собой не про тебя, про новую яхту. С кучей кают, про что там еще сейчас поют. Я бегаю по острию, снова бегаю по острию. Лезвию нет конца, и ноги в ранах рубца. Но это нормы ни одна, не дрогнет мышца лица. Встречай меня, улица, лови меня, полицай. Прощай, моя умница. А забрать тебя где? Среда, 24 марта, 18:00, сольный концерт. Лобода Лайв. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Чтобы низкая ставка по кредиту наличными ВТБ упала еще ниже, заходим на vtb.ru или в мобильное приложение, заполняем заявку. Кредит наличными по ставке от 6%. ВТБ. Все получится. Ставка при подаче заявки онлайн от 6 до 17,5% годовых при подключении страхования для кредита от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Условия определяются индивидуально для каждого клиента. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+. Супервитамины Мицелвит. Больше не надо ждать посылку с зарубежными витаминами и переплачивать за их доставку. Теперь инновационные витамины немецкого качества есть в России и по отличной цене. Супервитамины Мицелвит. Премиальные витамины, доступные для всех. Подробности на supervitamin.ru. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Смотри легенду о принцессе с огнем в волосах и храбрым сердцем. Анимационный фильм «Храброе сердце» сегодня в 19:30 на канале Disney. Категория 6+. Новое радио. Новое на новом. Кино. Твои руки. Особенно мысли, что слушаю, но мне кажется, твои слова. Я так сильно залипаю на твои татухи. Может, это глупо, когда меня кровь набирает подруги. Что между нами, мы танцуем на баре. Молодые и пьяные, молодые. Твои руки не дают сдаться, даже если мы за 15. Нам осталось кружиться в танце. Я бы так хотела остаться. Твои руки не дают сдаться, даже если мы за 15. Нам осталось кружиться в танце. Я бы так хотела остаться с тобой. Остаться с тобой. Остаться с тобой. Остаться с тобой. Ты рискуешь намного больше, чем я. Запоминаем о том, что мы не друзья. Не целуй меня, прошу, так нельзя. Ты сжигаешь во мне тот самый пожар. Не хотела любить, но вновь обожглась. Ничего не говори. Что между нами, мы танцуем на баре. Молодые и пьяные, молодые. Твои руки не дают сдаться, даже если мы за 15.
бросил танц. Я бы так хотела остаться. Твои руки не дают сдаться. Даже если мы напитаться, нам осталось кружиться в танц. Я бы так хотела остаться с тобой. Остаться с тобой. Остаться с тобой. Саран, господин, короче, автобус сломался, вот надо починить, можете починить, пожалуйста, помочь нам? У нас просто антифриза нету, вы не можете залить, пожалуйста, антифриз, я сейчас капотик открою, вы залейте, пожалуйста, антифризик. У вас есть же, наверное, в багажнике антифриз, если можете. Просто антифриз закончился, вот надо бак залить, это в автобус, пожалуйста. Сейчас я только, ты только я сейчас открою это. Да. Ну вы антифризик, залейте просто. Ну что ты делаешь, чувак? Все, капотик открыл, это, пожалуйста, заливайте. Пожалуйста. Впереди там это. Впереди, да. А то сломается автобус. Ну у тебя в багажнике он должен быть, по идее. Всегда. Ну достань из багажника, типа, ты сделай. Ля, чувак, ну ты побежал отвергивать. Побежал, блин, ну это. Вот это правильно. Макс, спасибо тебе большое. Благодарен тебе очень большое. Ну тогда я люблю, когда люди отыгрывают РП. Спасибо вам, вы лучший человек. Спасибо. Благодарен вам. Сейчас. Все. Спасибо, что выручили, залили. Благодарны. Спасибо вам большое. Благодарствую вас. Сейчас попробую завести, сейчас попробую. Сейчас попробую завести его. Спасибо вам большое, что помог.
Вроде бы заводится. А зачем багажник открывать? Багажный отсек открыт. Багажный отсек открыт. Боковой? Ну, спасибо, спасибо вам большое огромное, товарищ полицейский, что вы нас беспокоитесь. О, ну хорошо, а как мне платить? Что-то там смотришь. А, колеса открутились. Вот я лошара вообще. Даже за этим я посмотрел. Ой, блин. Да. Ладно, все, давай. Поехали все в гараж и через часик зайдем, понял куда. Где? Нету его! Ну все, господа, на этой ноте мы с вами заканчиваем стрим, потому что нам пора будет через часик переходить, получается, на первый сервер. И мы будем кататься по 597-му. Если, как вы поняли, некоторые люди со мной тоже будут на первом сервере кататься по 597-му. Может быть и 85. На 85-й, надеюсь, кто-то тут тоже выйдет. Я отпишусь в Трансавтоонлайн. Ну, вот такой ролик получился. Конечно, хотелось бы, чтобы на этом маршруте было бы больше бы людей, которые бы, например, два маршрута хотя бы дали с опилки ходили бы. Было бы хорошо. Ну, всем удачи, как в развитии. Если что, вам какая-то что-то непонятно в развитии игры, то так мы вам поможем. Если что, пишите. Мы с вами, если что, свяжемся и напишем вам ВКонтакте. И счастливого, как говорится, на дорогах пути. Ни жезла никакого, ни ментовского пафоса, чтобы так люди добрые приезжали, вам помогали, блин, и не делали глупости. Всем большое спасибо, кто с нами был. И спасибо за лайки, спасибо за дизлайк. За дизлайки и благодарствую компании Transhaft Online еще раз первого сервера, который предоставили этот маршрут в данный момент, на котором сейчас я ездию по 85-му. Наверное, сегодня я запущу, может быть, стрим по первому маршруту. По этому маршруту и на первом сервере. Давайте, наверное, сделаем так же, как и сегодня. Наверное, мы с вами покатаемся по 85-му маршруту.
на первом сервере от компании Trans Autoline. Всем приятного будет подосмотра, посмотреть, все взвесить. Ну все, спасибо всем большое. Ну, я, наверное, скриншоты пока мне сделать не буду, потому что это не нужно делать, как будет. И через, короче, ровно, 18.00 я вас жду на первом сервере, кто желает, кто вместе со мной хочет покататься, или кто-то хочет устроиться в Trans Autoline, которая компания. В данный момент работают на первом сервере, зарабатывают денежки и в данный момент предоставляют этот маршрут прекраснейший, очень красивый. Ну, я думаю, что 597 он будет лучше. И на этом мы с вами прощаемся. Всем большое спасибо, кто поставил лайки, а кто поставил без лайки, тоже большое спасибо, благодарствую вас. И еще раз большое вам спасибо, что вы с нами. Компания Автосити. О, Автосити. До свидания. До скорой встречи. Через 2 дня, во вторник, мы с вами ровно увидимся на этом же месте. Мы увидимся на этом же месте, на этой же, в этой же игре МТА провинция. Транспортная компания. Всем удачи. Большое спасибо, что вы были с нами.